Ебись. Марио, значит, Марио. Туруту, туруту. Блять, я, сука, не могу в кирпич попасть. Дожили, блять. Блин, я жизни взял, сука. Это, да это какая-то хуйня, не знаю, где нашел. Это малоизвестная игра от конторы Хунь-Сунь-Мунь китайской. Чего? Надо было второе, Майя, The Lost Tales. Блять. А, про мультиплатформенный боевик. Блин, что прикалываетесь? Говорит, давай что-нибудь быстренькое, и при этом Mario Lost Levels. Я помню, тут где-то бессмертие было. Чё-то с детства помню. Хуя бежит, блядь, как чё? Даже я так не умею. Блядь, зажимаешь кнопку Б и бежишь. Сейчас. О, видишь, лучше Lost Levels. Да блин, нет. Lost Levels. Можно запустить, поржать, конечно. Так, мы ржём. Блин, надо было эту... Надо было? Хуйню убить. Наебали. Все забываю, как она называется, эта черепаха на тучке. А я и не знаю. Блядь, как же её зовут? Вылетела. Требует Lost Levels. Требует. Дай нам какую-то подсказку про мультиплатформенный боевик. Так не, по поводу... Так чё, заканчивать, типа, ну, сдаётесь или чё? Не, ну подскажи немножко. Ну, а чё подсказать? Ну, не знаю. Ну, игра была на картридже, достаточно популярная. Тут где-то варп, я припоминаю. Да. Вот тут, и еще. Тут тебе надо маленьким так-то быть. Ну, можно, в принципе, и так попробовать. Мяу. Ну, я, кстати, Джекал, не знаю, ну, он только, по-моему, был на Фомикоме и NES, ну, то есть. А не, он на аркаде еще был Джекал. Он там как-то топ вейпон назывался. Как-то так. Топ Ганнер, вот. Ну вот уже 8-й мир. Да. Уже остался. Всего ничего, да? Угу. Сейчас хуяк пройдет. Я вообще-то и хотел пройти. А, я не помню, как там, кстати, я не помню 8-4, как там ходить. Я это не вспомню. Ну сейчас, если я, короче, если я один раз сдохну, то все, начнется. Тут уже в 8-м мире нет чекпоинтов. Блин, стой. Сука! Просрал. Дебил. Блин, часто игра на картриджах. Ну, блин, контра была. Контра неправильно. Не знаю, может какой-то этот... Как его... Джей Джо там. Нет. Ты её проходил? Не знаю. Блядь, да мы видишь... Эти вопросы не актуальны. Ну видишь, мы не можем угадать в толпой. Гадать? Это финальный. Это последний вопрос, да?
Ну, считай, сейчас я начну, как когда-нибудь у апостола начинать. Ну, да. Вон, Russian Attack. Да, кстати, она тоже была на каких-то... На аркаде точно была. Блядь, не Russian Attack. Чё же это за дерьмо? Блин, я же... Жизнь. Сука! Всё, пизда. Сейчас писал, блядь, сучка, выкрутился. Еще не выкрут. Я ж цветочек не взял. Макрос. Блядь, а тут как-то, я не помню, тут как-то такое интересное место. Ох, да. Я не помню, как его... Как-то, блядь, страшное. Тут нет нигде гриб... Блядь, тут гриб... Есть. Где тут гриб есть? Вроде бы есть. Не, в этой нет. Ну тогда бол. Нету тут нихуя. Тогда ничего не знаю. Ай, блин. Говно. 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 Полное. Ай, блин. Ну этот, Crossfire может. Нет. Ну это не игра по мультику. Нет. Хоть чуть-чуть помог. Блин, ну как это проходить маленьким? Нет. Это ж пиздос. Ничего, игра и плохая, блядь. Ну сука, Рэмбо. Сейчас тут чая нет. Нет. О, я живой. Я прорвался через Хаммербро. Ну их еще сейчас будет, да? Сука! Тварь. Харри Варриор. Ну я бы не сказал, что это частая игра. И Харри Варриорс? Нет. Блин, опять этот козёл. Mm-hmm. Пошёл вон. Вот так мы его... О, ещё один, сука! Да. Ну чё это за... Блин, вообще... Ой, у меня уже время заканчивается. Mm-hmm. А, ты говно. Ещё сейчас будет? Блядь. Mm-hmm. Да сука, сколько можно? 4 штуки. Ура! Сейчас рассказывайте, куда тут идти. Ой, я не помню. Там вроде в каждую вторую, что-то, что-то из этого даже. Блядь, еще маленьким. Я помню, тут где-то в какую-то надо залезть, чтобы плавать. Нет. Да, это уже последнее. Вот тут вроде бы вот в эту. А, вот. Или вот в вот следующую. Вот в эту, вот в эту. Вот потом дальше. Идешь, идешь. Вроде. Блять. Вот не, вот я вот это наверху, которая одна. Вот туда тебе надо. Вот, сюда. Потом тут вот третья, что ли, вот. Вот это вот вроде бы. Сразу после ямы? Не знаю, вот не помню. Ну попробуй. Вот тут я не помню. Да. Оно, оно. Совместными усилиями вспомнили. Блин, ну сейчас маленьким, тут сейчас будет Хаммер Бро и Боузер. Mm. Как это проходить? А, сука, еще этот фаербол.
И да! Да ладно, он это сделал. Null dead! Че, респект, че еще могу сказать?